И всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, и сегодня я записываю последний видеоролик в 2020 году. Это, можно так сказать, итоговый видеоролик. Если в прошлом году я говорил о вещах, которые произошли в нашей игре, говорил о том, какие обновления произошли, какие были позитивные и негативные, то в этом году я бы не хотел бы обращать внимание абсолютно ни на какие обновления, ни на то, что происходило в игре. Больше хотел бы уделить внимание именно тем моментам, которые были связаны с нашим вместе с вами каналом, с нашими целями, достижениями за 2020 год. Я считаю, что мы достигли определенных отметок, которых я хотел достичь. Я думаю, что и многие из вас хотели также поучаствовать в этом. Мы преодолели рубеж в 10 тысяч подписчиков, за что я вам безумно благодарен каждому, кто поучаствовал в этом. На это понадобилось довольно длительный промежуток времени, но в общем и целом я могу сказать, что это был довольно-таки тяжелый, плодотворный год, в котором были как и какие-то определенные взлеты, какие-то падения, что-то получалось больше, что-то получалось намного хуже. Были победы в турнирах, были и досадные поражения, но в общем и целом данный год принес довольно-таки большое количество позитивного контента, который в дальнейшем, я надеюсь, что будет только и только увеличиваться. В 2021 году, я надеюсь, что мы продолжим заниматься нашим же любимым делом, будем продолжать записывать интересные видеоролики, продолжать стримить. И в этом плане ничего не поменяется, будет много интересного, позитивного контента, которым буду радовать я вас, вы будете меня поддерживать. И если уж один минимальный рубеж в виде 10 тысяч подписчиков мы преодолели, я надеюсь, что на этом не стоит останавливаться, не стоит зацикливаться на каких-то определенных цифрах. Да, это дает определенные возможности в дальнейшем сейчас делать какие-то интересные турниры, делать какие-то другие вещи, которых раньше я лично делать не мог, в связи с тем, что у меня не было того же, например, спектатора. Сейчас же это открывает руки, открывает много интересного контента, который в дальнейшем может принести новую аудиторию. Я надеюсь, что в этом плане у нас все вместе с вами получится. Если уж говорить о том, что я бы хотел бы пожелать вам в 2021, я, главное, наверное, таки хотел бы сказать, что идите к своей цели, надеюсь, что у вас все получится, я уверен, что у каждого из вас есть какие-то свои идеи, к которым стоит не только стремиться, но и делать что-то более, да, не ложить руки, не останавливаться на каком-то достигнутом определенном моменте и думать, что и так все нормально. Идите к своей цели, добивайтесь ее, главное, берегите близких, дабы 21 год был намного лучше, чтобы у нас закончились все эти замечательные, ну, как сказать, замечательные пандемии и прочие не совсем позитивные моменты. И 21 год принес намного больше позитивных эмоций, позитивных моментов в вашу жизнь. Я не хотел бы, наверное, таки много здесь что-либо вам больше рассказывать. Для меня определенно этот год был не самый простой, но в плане игрового контента, в плане всего того, что нас вместе с вами объединяет, я думаю, что можно расти еще больше, можно в каких-то моментах уделять больше внимания на интересные вещи, которые порой я где-то ленюсь, где-то забываю,
где-то еще что-то у нас не доходит, но я надеюсь, что вместе с вами мы пройдем дальше. Да, 10 тысяч это, ну, определенно не какая-то там преграда. Да, это вещь, которую я хотел лично для себя преодолеть. Ну, а теперь нужно просто двигаться дальше в новом году. Я думаю, что много чего интересного у нас вместе с вами получится. Я, наверное, все, что хотел, сказал. Желаю вам хорошо отпраздновать 2021 год. Я, конечно, не супер-мега умею красиво изъясняться, говорить какие-то красивые слова или читать по каким-то там текстам. Все говорю чисто то, что думаю. Поэтому желаю вам отличного проведения, можно так сказать, 2021 года, с наступающим Новым годом. Ну а кто смотрит уже данный видеоролик после Нового года, то с Новым годом. Всем пока.